Около 200 новорожденных в месяц. Именно столько малышей появляется на свет в родильном отделении при Уфимской больнице номер 8. По словам акушеров, в первые дни ребенку нужны особое внимание и забота. Счастья нету предела. Прихожу, смотрю, наблюдаю, как растет кормление, как саживается молоко, сразу приношу. Получается, каждые 3 часа. Но главная рекомендация – малыш должен питаться именно грудным молоком. К сожалению, это не всегда возможно. Например, если он родился недоношенным или слабым. Ребенок должен получить первое впечатление, импритинг. Он должен увидеть первым лицо мамы. И тогда, вот как гусятки за мамой гусыни ходят, этот ребенок будет только рядом с мамой. В Молозиве находится 146 тысяч иммунных антител в 1 миллилитре молока. Кишечник ребенка должен заселиться здоровой флорой, антителами, то, что содержится в молоке. Это первая прививка, бесплатная, безаллергенная. Как утверждают в Минздраве Республики, в последнее время появилось много объявлений о продаже и покупке грудного молока. Однако врачи выступают категорически против таких действий, пока молоко не пройдет все анализы на безопасность. Мы иногда слышим, что мамочки говорят: вот, предложили молоко, можно ли нам пользоваться? А мы говорим: вы приедьте к нам, мы вам поможем установить нормальную лактацию. Необследованное молоко, подпольное молоко. Мы можем ребенка заразить любой инфекцией, включая даже и самые такие нехорошие заболевания, как СПИД, например. Мы без анализов маме не разрешаем ребенка кормить.